Всем привет, это СБ1813, или просто сами продолжаем реакцию, заканчиваем пачку внезапно на Visual Key сегодня, вот так вот. Получается, заканчиваем ее на группе Crazy Shampoo, или Champu, кстати, не знаю, наверное, Shampoo. Их треки Game Destroy, и что-то непонятное дальше, опять же, к YouTube вопросы, как я вас, точнее, называю. Советовал все это посмотреть и сказал, что вроде как, ключевое слово вроде, да, там был вокалист Додорома, еще Додорома, то есть, получается, Йошиацу, наш любимый из Фукуру, у которых вышел недавно охренительный альбом, я вам хочу сказать, он был вот здесь. На фоточке, честно говоря, я как будто бы пока его не вижу, но давайте сейчас посмотрим, может быть, на самом деле это он, опять же, скорее всего, Йошиацу по вокалу мы узнаем. Так что давайте сейчас заценим, что там было, был ли он реально в этой группе, да и, в принципе, саму группу заценим. Коротенько. Кстати, я вот... Ну ладно, сейчас посмотрим, потом про это скажу. Я просто думал, что Йошиацу первая группа Додорома как раз была. Поехали, что-то веселое пока. А, слушайте. Ну, кстати. А, слушайте, это, походу, реально он. Да-да, чуваки, это точно он, вокал его точно. Ну да, и внешне он даже похож. Так что... Прикольно пока, так как танцевально-метальная история какая-то. Чё творят? Очень даже. Звучит всрато, но весело. Бедные ударки. Короче, я думал, что у него, говорю, что у него Додорома первая была. А оказывается, нет. Вы же чуваки закосили под гейздеров в этих адидасах. Начало вот этого припева, знаете, на что внезапно похоже? Вообще, послушайте. Похоже на Ванилу Гакта. Не знаю, был ли тут референс в плане мелодии, или они все-таки сами до этого додумались. Забавно. Еще тогда были клавишные. Почему он пришел сейчас? Ну это круто, кстати. Не, прикольно, мне нравится, кстати. Ну, во-первых, трек прям, если не замечать особо звук, да, то он в целом-то крутой. Крутой, веселый, такой энергичный. Да и Йоши поет, это вполне себе хорошо. Еще транскорчик какой-то нашелся. Так, ну что, вот мы смотрели клип, послушали трек Game от группы Crazy Shampoo, который посоветовал Destroy. Короче, спасибо огромное. Во-первых, увидели, вот, судя по всему, группу, где, собственно, был Йоши, до Додоромы, до Фукуру и вот этих всех дел. Это очень-очень-очень интересно, потому что я не знал об этом. Я эту группу по названию как будто бы даже, ну, типа, слышал ранее. Ну, точнее, не слышал, а вот просто видел это название. Но я не знал, что он там был. Во-первых... Во-вторых, что они прикольные такие, они такие энергичные, веселые, как бы, ну, вполне себе так достаточно мощно, бодро звучат. То есть, да, звук, конечно, там такой себе, но, тем не менее, опять же, какая разница. Главное, чтобы все звучало прикольно. Вот, клип
Кстати, забавно очень тоже то, что они там все рушат, рушат, рушат. В конце вот этот последний аккордик, они прям нормально хорошо закончили. Короче, мне понравилось. Мне понравилось, отлично закончили пачку сегодня. На такой вот веселухе, плюс еще и как бы образовательной веселухе, судя по всему. Так что красиво, красиво. Всем огромное спасибо, кто посмотрит реакцию. Ссылочка в описании, нравится, нравится, сами все знаете. И всем спасибо, кто дожидается, смотрит пачки. Вот, следующий, уже в следующем месяце будет, пока вот заканчиваем на этом. Но заканчиваем, в принципе, на достаточно веселой ноте. Не знаю даже, что еще сказать. Ну, круто, круто. Мне, кстати, надо их, наверное, послушать. Опять же, посмотреть, сколько у них треков. Потому что вот этот трек мне понравился. Я бы такое послушал, даже невзирая на качество звука. Ну, в любом случае, в любом случае. Короче, наверное, все. Я пойду. Пока.